Всем привет! В этом видео расскажу, как подключить Dreamcast к интернету. Для этого нам потребуется сам Dreamcast, конечно же, с модемом и набор для подключения к интернету. Это Raspberry Pi с SD-картой и нужным ПО, голосовой модем и адаптер питания для телефона или него. Так, собственно, включаем Dreamcast. Сейчас настроим Dream для подключения к интернету и, собственно, я выйду на сайт DreamPipe. Так, наложим английский сторону. Порулится все это дело. Вперед. Так. Выбираем использовать своего провайдера. Соединение. Так, ну здесь прогрузится. Так, здесь вводим свое имя, другое. Далее логин Dream. Пароль Dreamcast. Так. Load number 7 единиц. ДНС обновляем. Так, готово. Дальше просто введи окей. Сохранить.
Богом законнектиться. Модем коннект. Вот сайт DreamPipe загрузился успешно. Все хорошо. Зайдем, например, в LeaderBot. Видите, все работает. Дальше. Играю сейчас немного в Quick 3 по сети. Осталось, допустим. Выбираем интернет-игра. Здесь уже все настроено. Браузеры все это настроены. Так. Набрать. Соединение произошло. Все отлично. Там как есть. Вот, допустим, зайдем сюда. Вот.
Mm-hmm.